И снова здравствуйте, ребят. Сделаю ролик. Два в одном. Две рыбалки вечерних прошло на вот этом водоеме. Интересные поклевки. Интересный бой сазанчиков. Сазанчики небольшие, по 3 килограммчика. Три штучки поймал за две рыбалки. Водоем чудесный прям. Крупный не хочет клевать, но он здесь есть. Плохо подходит на точки. Сегодня вообще не подходил. Одного поймал. Сройки взял, и все. На этом тишина. Как-то так. Приятного просмотра. Кормиться сегодня будем, как всегда, горошек. Подписчик с Кубани мне подсказал новый быстрый рецепт варки гороха. Прям реально рабочая тема. Не замачивать ничего не надо. Залили холодной водой, покипятили минут 20 и завернули в одеяльце. Я вот буквально утром так сделал. Нормально прям. Все получилось. Прям большое спасибо за такую подсказку. Вот роется чуть дальше точки. Сейчас оденем горошинку. Вдруг нам повезет на ройку поймать. Вон он играет. Везде. Водоем реально прям. Нашей мечты. Опа, погнали. Ветерка бы не было, вообще было бы классно. Сдувает прям ветер и все. Так, где у нас? Опс. А так, шанс есть взять его. Это трэш, пацаны. Трава. В траве ходит. Короче, ладно, погнали, возле березы закормимся. Здесь глубина метра под 3. Если здесь клюнет, даже, наверное, 3,5. Вот тут за березой уже русло пошло. Проверял, больше пятака. Вот здесь 3,5, где-то 3 метра. Если клюнет, бой будет серьезный. С такой глубины его поднять надо. Рыбачки там с музончиком. Храни его на письменном столе. Или на круг. Вот это нам музыка по душе. Спокойная, легенькая. А то приедешь, как врубят этот рок-н-ролл. Как у Марины Влади. Вообще кайфую прям, ребята. Они его на письменном столе. Ну, певец меня хреновый, правда. Прямо аж на задушу берет. Тут вон книги читают. Экзаменам готовятся на природе. Так, добавим тутти-фрутти маленько для запашку. Еще взял вот с таких пуфиков, их поднаденем.
пуфик и горошинку. Я думаю, нормуль будет. Что-то тишина, надо как-то его соблазнять. Может, на вкусняшку подойдет. Не хотит на горошек-то идти сегодня. Я думаю, может, еще не время. Сколько время, Лен? Время 7:30. Жарковато. В пол воды ходит. Греется. Нервирует меня. Плюхается. Хвосты показывает. Все, погнали. Тутти-фрутти. Посмотрим, как будет работать. Погода кайф, а клёва нет. Жора нет. Вот и пойми, когда его надо ловить. Но нынче заметил, чем не хуже погода, тем лучше клев. Прям уже сделал для себя выводы. Плохая погода, все, езжай на рыбалку. Пасмурная, ветерок подувает. 100% улов будет. Конечно, неприятно в такую погоду рыбачить, когда ветер. На боковой кивок это... При ветреной погоде это очень печально рыбачить, конечно. Но у нас получается. И мы ловим. В пол воды ходит и все. Он там опять возле травы проплывал. Нифига себе, там мутант был. Ё-моё. Ребята тут говорили, местные, тут еще, говорит, Советского Союза. Карпухи имеются. Тут серьезные экспонаты, короче, живут, ребят. Так, тутти-фрутти с горошком бахнем. Прям тихо. Вечерняя зорька. Уже 2 часа. Мотаю туда-сюда по водоему. Не хочет клевать. Отличная погода. Время 8:30. Ходит, крутится, видно его. Пузырит. На точке вообще пока не подходит. Кормиться не хочет. По идее должно клевать. А тишина. Вон кормится. Пузырит. Сейчас начни туда подплывать. Отойдет. Сейчас понаблюдаем. Если активно будет кипишиться, то подплывем. Что-то там нашел. Вкусненькое. Гад такой. Попробуем изловить его. Ну давай, 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 давай. Продолжай. Вообще подсыпает. Тихо, тихо, тихо. Вот он, ребята. Опа. Поехали, поехали. Ух ты, сильный. Вот это он нам выдал. Выход из-за печки.
вообще силен. Фу. Не крупный, а мощный. Вот это давит. Все, хватит, сдавайся. Вот это он нас покатал. Все, солнышко зашло. Начал шевелиться. Давай, 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 давай. Все, на месте. Сазанчик. Стой. Они тут шальные же, ребята. Засекся грамотно. Оп. Сейчас перекусим, маленько чайка попьем и приступим к рыбалке. Карпушечки как раз подойдут на точки. Все, всем приятного аппетита, ребята. Активности пока нет. Не хотите сегодня клевать карпуха. Лишь бы нас не сбили тут. Тут ходят прям на моторах. Вон они, ребята прям газуют. Не на шутку. Что, рыба клюет? Да нифига что-то не клюет. А ты что, мотор купил себе? А? Поймал что-то? Да ничего не поймал. Да. Ты приехал карпов ловить? Ну, я думаю, на ночь поставить за кидушки. Будет, нет? Сейчас не клюет сегодня вообще. Ты экскурсии проводишь? Вот это сыпит. О, взяли, ребят. Шальной какой. Вообще бойкий пацан. Опа. Вообще бойкий. Да хорош уже. Вот это они сопротивляются здесь. Мошки полный рот. Фу.
Опа. Все на месте. На месте, чувак. Ой, все развалил меня тут. Маленький бойкий товарищ. Стой. Заглотил жадно. Оп, тише. Вот это он дал джазику. Красавчик. Вообще конкретно кормится, ребят, смотрите. Сейчас попробуем его поймать. Он там прям разносит все. И поплыл я, короче, без подсака. Возьмем его, если что. Такой шанс упускать нельзя. Далековато кормится, правда. Так, все, горошину зарядили. Смотрите, что он творит там. Вообще ужас полный. Это ужас, ребята. Это ужас. Потихонечку подплывем. Там просто за корм реально идет. Главное не спугнуть. Смотрите, там что творится. Там жесть. Да не дрыгайся ты. Там жесть, ребята. Это все, короче, трындец полный. Сносит еще. Но мы его сейчас возьмем по-любому. Главное этот, чтоб не дрыгался. Там все, там разрыв идет конкретный. Там табун подошел. Смотрите, там что творится, вообще кипит, все кругом кипит. Вот это жор реальный. Ему по барабану вообще. Не надо плыть туда, не надо. Он просто кормится. Вот так вот, ребята, карп кормится жестко. И конкретно. Ему по барабану вообще. Что мы тут делаем? Вот так.
Вот он, ребята. Опа. Фига, мы его с вами красиво взяли вообще. Вот это покрупнее, товарищ. Уйди. Зацепился за что-то. За что-то там перекрутился-то. Фу. Сразу берет. Вот он вышел. Вообще красота. Вообще красота. Катает нас. Маленькие катает. Вот он, жор начался у него. Ладно, все, хорош. Прокатил малость и хватит. Опа. Молодец. Стейковые пацаны. Так, все. Будем брать его. Таких-то можно и без подсака брать. Так, 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 так. Аккуратненько. Аккуратненько. Опа. Опа, 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 опа. Оп. Вот он. Одинаковый. Засекся грамотно вообще все. Че, еще кормится кто-нибудь где-нибудь? Схлопнем сразу, еще третьего да поедем. Ладно, погнали до берега, посмотрим, сколько времени. Получилась такая рыбалочка, вечерочка. В 9 часов вышел кормиться, буквально полчасика, даже минут 20 покормился, и все, и опять тишина. Поймали мы сегодня вот такие два хлопца. Ладно, всем пока, увидимся на рыбалках. Я погнал до дому, ехать еще далековато.